Музыка такая печальная играет здесь, в самом начале. Да нахер мы это делаем? Можно даже не стрелять. Они в любом случае уничтожатся. Можно сразу не сбежать. Господи, они стоят, ничего не делают. А, они не успели даже добежать до сюда, мы всех расстреляли, охереть. Сейчас я по-быстрому пойду. Моё! Моё! Щит. Я планете сразу. О, канистра здесь, кстати, в самом начале была. На том же самом месте, да, на самом первом, окей. Была вторая. Я даже еще не запланировал, его уже все нашли. Щит. Еще бы свинку найти. О, я нашел. Я даже не палил. Парень, лежать. Так, еще бы карточку найти было вообще прекрасно. Лик, ты где нашел в прошлый раз карточку? Откуда он тут взялся? А, фейк отошел, ну ладно. А можно по мне не ходить? Спасибо. Что-то в одном из офисов должна быть карточка. Бляха-муха, это носок, я уже обрадовался, думаю. Вау, карточки! А это носок. Сразу такая печалька. Тут с ножа мне, блин. А чё они меня обижают так просто? Я с... изи. Просто. Ну я почти поднял. Нельзя. Я отвернулся, ау. Да и всё, и чинил дрель здесь. Окей. Ясно. Ну вы, короче, не будете тут сидеть, я понял. Ну мы их убиваем? А зачем ты тут сидишь? А, окей, понятно. А, ну хер знает, я пробую чинить дрель, да. Окей, ладно, отстреляем. Я пойду свинью только унесу. В самое начало. В самое конец или в самое начало, хз. Что здесь конец, что начало? Сейчас подниму. Нет, клокер! Господи, как клокер забавно сдох. Флик думает, что его здесь бить не будут. Окей. Я Флика тут буду защищать. Интересно, эти свиньи, если за ними стоять, не блокируют выстрелы вражеские? Нет. Я тебя поднять уже один раз успел. Okay.
Так что там по мини-сисям? Охереть, зато я застреваю отлично в этих свиньях. Одну поставил, вторую себе поставил. Африка уже сдох, не успел применить. От ближнего боя не спасает. Я уже сразу фонгер. Я серый. Это же жестко. Я за стойку ушел. Там свинья обратно, по-моему, пришла, Илья, так тебе не кажется? Самая малость. Ну блин, я... Какая разница? Я хотя бы отнес. Отнес свинью, говорит. Я буду свинью отнес. Она живая. Смотри, такая свинья идет через стенку, оранжевая в сумке. Ок, думал. Чем они занимаются вообще, эти полицейские? За что им пенсию выплатить? Не знаю, я предлагаю золото перетащить для прикола. И Катю поднять. Ну сейчас мы тут расчистим вам. Ну или... Или Флика. Я не знаю, кого даже первей. Слушай, я жив. Ты жив? Окей. На, мини-си свой, Флик. На-на-на. Я поднял Катю. Золото надо таскать. Уходим отсюда. Тащите, тащите, я тут их вытащу из сейфа. Перетаскиваем потихонечку, по частям. Карты тащить нет. Надо самое главное убрать их из этого сраного ангара. Окей. Сейчас смонцуют. Рень, дрень! Давай. Реним. Так, окей. Тащить, тащить. Я пойду сразу поджигать все. И свинью унесу. Берите по одному мешку и погнали выносить, пока есть возможность. Окей, го, 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 го. Тут еще заложи есть. Сука, блять. Сука, блять, быстрее, блять. Сука, блять. Хокси, Хокси. Хокси. Еще один посередине есть так... за контейнером. А, залож, можете его связать. Если успеете. Я поставлю здесь этот. Ну ясно. Я отнесу мешок, который ты сбросил, Делекс. О, там. Катя, клокер у нас. Клокер, клокер. И черный дозер. Черный дозер. Черного дозера забрал я с Венсонги. Я с Венсонги бегу назад. Сумку оставил. Я умру. Флика поднимаю. Поднимай Флика, я тут. Я убил клокера и составил меня. Поднимай Флик. Поднимай всех нас. Мы лежим. Мы сможем, ты сможешь, сможешь, сможешь. Через стенку даже. Бля, здесь до... Убрал бульдозера. Просто такой DLX. Сидим тут, сидим тут. И не поднял меня. Сидим тут, ничего не знаю. Они понесли назад. Не да пошли в жопу, а! Нет, здесь не, здесь нереально, просто нереально. Блять, зачем я вышел? Ребят. Ясно. Всем. Я бегу, 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 что-то бегу, бегу. Тупят. Мы жестко тупим очень. А, окей. Мы затупили. Мы обрадовались сюда, пошли все. Там уже сзади набежали. И меня Тазя перехватил. Давайте, давайте последний раз и все. А чё ты Лекс убил клокера и побежал это кидать сумки? Я думал тебя поднимут. А там Катя сдохла. Быстрее. Как же долго жесть. Да. Я сразу вниз, короче. А, там закрыто, окей. Она откроется. Когда этот... Очков опыта за прохождение 0. Ну тебе постепенно, постепенно это будут... Это второй день. Прибавлять. В смысле, он двухдневный, что ли? Нет, он там дневный. Он однодневный? Тебе со временем будут прибавлять потихонечку. Ты одну цель находишь, делаешь, тебе прибавляют опыт. И так далее. Чё, сзади?
Эти парни еще не успели даже выйти, о май гад. Быстрее, 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 быстрее. Моя CC4. Моя. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну, блин, клик, я запутался. Не бери. Ясно. Что, только одна C4 нужна? 3C4 нужно. А чё? Окей! Блик, можешь ставить C4, алё? Так, куда? Понятно? Да, куда? Не бери следующий раз C4. Понятно, понятно, понятно. Короче говоря, он будет так висеть теперь, мы его не стреляли. Да! Я промолчу. Там горит C4. Да, они все-таки понятно, понятно. Ну так понятно. Ты посмотри, этот оранжевый на карте горит. И где оно? Не горит, потому что оно по горизонтали. То есть, если не стрелять по нему, то он не упадет, понятно. А если стрелять, то. Окей, будет писнуть. Не, наоборот. Если не стрелять, то будет писнуть. Стрелять, то упадет. Очень полезная комната, здесь ничего нету, зря вскрывал, в общем. 10 из 10, взломаю еще. Нашла. На втором этаже, по-моему, чисто. А, вон еще одна, вижу, все. Нашел вторую. Давайте просто сесть вот здесь вместе, сядем, вот здесь вот, или вот здесь вот и будем сидеть, вот здесь вот. Свинью нашли? А, свинью уже еще искать. Я слепой, ничего не вижу. Пойду свинью искать. Ну как? Да сколько тут тазеров-то можно, а? Они всегда по два приходят здесь. Могу перезарядиться даже еще. Я в сарсанге. Я тут. Я за этот. Катя, поднимаем. Я тут. Слушай, я Борис Бритва, хрен попадешь. Я сидел, поднимал. Свинью дрель. Взял, нашел. Катя, спрячься где-нибудь, спрячься где-нибудь, не бегай. Я тебе поставлю. Крутяк. Я на. Душу под тобой. Нашел. Я понял, понял. Мы слышим, слышим. Ой, она поехала. Оставь, а зачем ты ее взял-то? Пусть едет, наоборот, все нормально. Да? Ну вот где тут вроде? А, вон он. Пошел, я отнесу. Я опять она сюда приду. Как вы вздыхаете? Я не понимаю просто. Я как бы бегаю в своем сонге и не вздыхаю. Ну не в своем сонге, с этим вот должен. Ну как бы я бегаю прям во врагах. Я просто хз. Вот я сейчас чиню сижу, по мне никто платим. Флик, фу, Дилекс, я чиню, отойди, отойди. Нет? Я быстрее. Так я уже закончил. Просто меня-то не попадает. Я пойду эту свинью отнесу поганую. Меня возле сейфа-то тоже не попадают. Они тут напердели просто, я не вижу ни хрена. Я предлагаю потом для интереса пройти. Мне кажется, нет, Slaughterhouse. Они не нужны здесь. В Payday the Heist. Чисто для сравнения. И увидеть, насколько он легче. Хотя там у нас не прокачано это. Не прокачан персонажи, так что насрать. Оно будет сложнее. О май гад, здесь просто по народу. 30 секунд. Все, расслабляем. Я подниму флик. Окей, тебя уже брали.
Вот, там поставлю. Опять. Катя, мини-сися. А, где ты? Я вот здесь. Да, я слышу. Зачем? А каким образом? Я тебя видел. Я пристал и меня попали. Зря. Интересно, они тестили эту карту или так просто? Как бы выпустили ее так. По-моему, это от Болды, по-моему, это Дезвиш. Это Дезвиш, только тут скулдозера не хватает. Не знаю, а мне Афтершок было легче проходить, чем это. Афтершок на Дезвиш, чем это на Оверкилл. Ну здесь слишком много народу, они охерели что ли? Которые проходят сквозь стены, стреляют сквозь стены, и самих их убить нельзя. О, найс, окей. Никуда не торопимся, просто переносим мешки. Не торопимся, да. Просто, нет, просто мы в прошлый раз торопились, чтобы снайперов к себе это не привлечь. Побольше времени. Если мы отсидим этот ассолт, то тогда там снайпера появятся. И у нас будут проблемы. Найс. Найс флешки. Кстати, да. Они, главное, от флешек-то не отворачиваются. What? Кто-то... Я ничего не вижу. По-моему, сзади, рядом с нами кто-то был. Я ничего не вижу. Я думал, то ли музыка, то ли реально тайзер заряжает. Нет, это тайзер был. Давайте сюда, вот, тайзер. В середину. Короче, двоим надо таскать, одному прикрывать жопу, одному прикрывать впереди своих. Че, я подожгу? Я выйду подожгу хотя бы. Да, да. Вон там кого-то... Клокер. Не знаю, клокер где-то справа. Или если... Он через стену пролетел, что ли? Он через стену меня забил! Найс, да, просто! Да, он через стенку тебя бьет. Тестировали, отлично. Отличная игра. Клокер. Я просто 10 из 10. Клокерики еще. Я вам поставлю тут одну мини-сити на всякий случай. А, у нас тут бульдозер сквозь стену прошел. Бульдозер, окей. Он сквозь стену прошел. Он не мог справа пройти. Окей. Ну или он встал так шикарно. Ну его тут не было, если что. Ну может он прошел, мы не видели, я хз. Он не через стену проходит, они через стену проходят! Они через стену проходят. Это же, это отлично просто. Тазер, тазер, а чё по дримхаку? Дримхак Москва. Ну чё, я понесу один или чё? Отпустите меня? Пустим все твои грехи. Тазер с тремя хедшотами живет. И с четвертым живет. А, мне там патроны нужны. Пригнал. Пятый хед, окей. Положил патрон. Патроны. Ну, слева, слева тазер. Минус тизер. Дай мне все сюда. Сейчас. Подожди. Сорян, я брал патроны, в этот момент. Не, кстати, вот в плане звука игра сделана вот единственное, вот. Единственное, к чему не придешься, это. Да. Понимаете, же не отвечает. Единственное, к чему не придешься, так это к звуку. Здесь это все круто. Этот постарался. Чем пойдем, когда ассалт закончится? Я без понятия. Да, давай подождем, пока ассалт закончится. Снайперов ниже, если честно. Так что, по идее, еще один ассалт должен пройти. Я буду потихонечку скидывать мешки налево. Ничего? Нормально, да? Это входит в план? Да, да. Что делать? А, они снайперов только что вызвали. Отлично.
Да, вон снайпера появились. Один спереди, другой справа, третий по-любому над нами. Они просто все выходы смотрят, все входы. Ну я могу попробовать их отвлекать, бегать, а вы можете пройти, хотя нет, оно так не сработает, по идее. По идее ничего не работает из логики. Ты выживешь, а мы сдохнем. Да. Хотя они будут все по мне стрелять, там пули рикошетят будут. Че, убить я тебе делаю из этого котера? Попробуй. А, он уже мертв, окей. Я понял. Окей, там толпа народу, так что можно не бегать. Ну по идее намного ну, так я, надо держать три выхода. Держу. Давайте подождем, пока солд закончится, и тогда пойдем. О, все, погнали. Только срочно, снайпера здесь по-прежнему. А, я один меня убрал. Окей, снайпера не уходит никуда. Меня, я с фэнсонки, поднимите меня. Понял. О, нет, блядь. Я с фэнсонки. Как поднимай? До двери, а потом назад. Я с фэнсонки. Поднимай. Если черно-белый будете, сразу бегите вперед к контейнеру. Все, 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 забрали все. Я серый. Беги сразу в контейнер какой-нибудь. Я. Да, да, брат. И я обратно бегу. И я с фэнсонги добегу до контейнера. Флик, я с фэнсонги. Ага. Я черно-белый. Катю поднял. Печально. Ты издеваешься? 20 Сейчас секунд. Пойду поднимать. Я в контейнере стою. Это меня не отпустят. Да. Ой, Солик, блядь. Подними-ка через стену. Ну чё, я пробую, я делаюсь подниму. Я делаюсь подниму, подниму. Давай. А, окей, все норм, все норм. Я пойду аптечку поюзаю. Хотя нет, по-моему, я не черно-белый был. Или я черный, нет, не черно-белый. Обходите. А, кстати, не знаю, ходил DLX. Ладно, окей. Черно. А, нет, не черно-белый. Окей, свенсонги. Я привлеку на себя снайпер, привлеку снайперов на себя. И упал. Черно-белый теперь. Сейчас здесь поставлю в красном контейнере, да. Эту аптечку. Туда не целят? Окей. Другой. Дождь мне помог. Катя поднимаю, я Катю поднимаю. Поднимай, Катя. Да, я до вас добегу сюда. Я серый. Я поднимаю Катя, если что, Флика. Катя, иди сюда. Нет, надо было не нести сюда ее жить. О май гад. Я упал, упал. Сейчас подниму Катю. Я с Сансонги. Так, от не убегай, я тут буду. О май гад, мне. Тизер. Минус. Сумку уходит. Блять, сумка съебывает. Ну главное, чтобы это была не свинья. А где она, кстати? Без и понятия. Очень глупо сделал. Серый. Окей. Я один из живых остался, да, получается? Хотя поднимай я меня. Это... Поднимай. Я флика, если что, сбегаю поднять. Хорошо, я побежал флика поднимать. На меня. Все, поднимаю. Че сидите тут так? Третий поводит. Да. Он на мне слева. А, фак, ну почти же поднял! Давай. Поднимай. Я с фэнсонги, я не успею. Тебя поднять надо будет потом? Да. Да. Успеешь? О, у меня черно-белый. Нет, не черно-белый. Погнали. Поднял. Беги к нам. Я за сумкой сбегаю. Блять, это жопа, пацаны. 6 сумок есть. 5, подними. Красный капец. Подожди, ничего пока что не тыкайте. По-моему, нас свинью унесли. Или я свинью донес, я не помню. Я пошел за. Нет, я не пошел за сумкой. Охереть. Там невозможно выйти, там на переделе, еще и когда ты бежишь, сразу начинает стрелять во все стороны.
Я сейчас посчитаю сумки внутри. Посчитал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я с Венсон где-то. 9, 10, у меня золото. Возле контейнера тоже, по-моему, золото. Вот этот клокер, падла, скрылся. Я в Свенсонге. Бегу в контейнер основной. Стой, Катя, я в Свенсонге. Я в Свенсонге. Катя, я кассир. За стеной, ты меня можешь поднять. Кассир, Катя, поставь здесь аптек. О май гад. Катя, жестко, сука. Два заряда осталось, только три. Я черно-белый. Я лечусь. Так, ну чё? Ну всё. Я подожду. Блядь, как же свинья. Флип, погнали, погнали, я вместе, погнали, погнали, погнали. Давай, вчетвером, давай. Катя, да не, вы вдвоём-то. Не, мы сдохнем тут, чё варишь? Окей. Охереть они унесли. Просто охереть через всю карту. И не бойся еще за стенкой. Нет, да. Чё там, свинья или золото было? Золото. О май гад. И чё мне его? Не-не-не, неси. У нас не осталось аптечек, да? Нет, осталось аптечек. Может, окей. Ты его, возьми ты его. Давай. Нету. Вот здесь два заряда, если чё. Ху! Все, там, поднимите! Идите, все делайте! Катя, вот здесь лечись. Ассолта нету, быстрее. А, окей. Все делайте там. И сидим просто и ждем. Катя в Свенсонге. Угу. Идем. Я кокер. Нет, черно-белый. Черно-белый? Ооо. Сидит это? И вот здесь есть аптечка. Красный. Последний. Три апте... Вот здесь три заряда есть, вот здесь. Там еще два вон в этом в офисе. Я пойду на свое любимое место. Справа, справа. А, нет, тут Делекс, тебе надо уйти оттуда, Делекс, тебе надо уйти оттуда. Иди к нам. Вот здесь посидим. О май гад. А, вон он где сидит, я понял. А нафига ты пошел? А зачем? Че я запрет делал? Я снайпер испугался. Сядь в контейнер или иди ко мне, Делекс, иди сюда. Подожди, да все, full control. Почти. Я подниму. Окей. Я подниму. Где уродец? Ну, я в Свенсонге. Я подниму. А тут снайпер стоит. Давай только это. Я бегу. А, ну все, сваливаем туда. Я в Свенсонге. Ставлю патроны. Здесь. Можно не бегать за контейнер? Можно. О май гад. Все, сидим. Че там, Илья идет, кто нет? Да хера просто, они везде. Может мне туда молотов кинуть? Да, кинь, только не меня, пожалуйста. Во, найс, вообще. Мне так же. Ну, снайпер просто. Да. У нас пришел капитан Зима, если что. Где он? Прямо рядом с нами или что? Не знаю, вон вверху оранжевый пишет. Да я в Сосомге. Почему когда я хожу назад, меня снайпер попадает? А, я подлинкал. Снайпера вообще не жалеют. А, убейте! У меня щит тут! Убейте его! Поднимите. Нет, все норм. Патроны кончились. О май гад, как мало хп. Ну все, я в Свенсонге. Бегу к вам. Я беру патроны. У вас вроде есть, у меня нет. Я еще не черный делаю, представляете? У меня ревот. Сбор. Мне стопудом нужно брать патроны. У меня лук этот взрывной. Я все сделаю. Или нет? Не знаю. Я просто вышел и мне дали сразу хайп. Подождите, хоть постреляю здесь бесконечными патронами. Может, ты черно-белый, пропрыгни, черно-белый. Поднимайте, я сразу к вам. Включись. О, найс, конечно. Jesus Christ. Я успел, я же убил. Далеко аптечку поставили, очень далеко. Да,
не достает. Там тайзер. Ну чё, я погнал? Сзади да, да, за нами. Надо было так хотя. Чё же вы так ходите далеко? Не выходите из контейнера, бля. Зачем? Там же снайпер, как вы не понимаете? Можно будет оббежать вот прям вот, я упал реально с вами. Если что, мы можем выйти из контейнера и побежать слева от него. В прошлый раз, по крайней мере, можно было. Я могу тебя запустить, ты сам добежишь просто. Слышишь? Кто-нибудь добежит. Надо будет всем добежать, пока все не сдохнут, и там будет жопа. Там реально много их. Вот этот снайпер шикарно сидит, он просто вот любого из нас сейчас. Он еще и аймботит, падла. Сколько там зарядов аптечки осталось? Один, да? Два. Окей, найс. Значит, живем. Я вроде черно-белый или черно-белый, я просто не... Щи. А, блин, то есть ты еще не сдох, был. Окей. Киньте кто-нибудь, Катя, кинь молотов перед контейнером, только вы свесите, что перед контейнером? Найс. Надо было тоже молотов брать, не сраные сюрикены. И не сраное копье. Да, кстати. Да, сраные эти флешки. Может мне выбежать, снова на мое место сесть, потому что я тогда... Можем перекидаться на другое место. Нет, подожди, full control. А где снайпер? А, нет, снайпер здесь. Сука, блядь. У кого-нибудь есть желание собрать патроны? Мне не нужны. Да, мне тоже, у меня арбалет. Застрял. Да не, у меня столько хп было, я только броню потерял. А, да? Угу. Тайзер, ты чё такой живой-то, а? Вообще, охерел, вот же мразь. Ещё один тизер перед нами. Что это? Я, наверное... Подождите. Я, наверное, лечусь, да? Да, лечись. И слева, и слева сразу, жопы, налево. Давай, сюда, за мной. Погнали. О май гад, меня сразу сняли. По стеночке. Я с Венсонг, если что. Бежим. Мне надо будет поднять. Флик, ты за мной. Подними. Поднял. Найс, го. О, меня тоже. Крикните меня попутно. Я побежал расчищать путь. Пожалуйста. Впереди чисто. Катя, далеко не уходи. Я поднимаю. Я слепая, я ничего не... Беги за... Я серый. Да все нормально. Гоу. Я с Фэнсонги. Я пушил... Нет, это не тупик. Поднять надо будет, я с Фэнсонги. Я черно-белый. А это тупик? Я серьезно? Фак, я не знаю, куда бежать. Бить, вот. Давай, Кать, беги. Дальше куда? Тоже тупик. Дальше куда? What the fuck? Куда? Сюда. Blue containers. Охереть. Окей. Блин, я... Надо всё, поджечь. Понял. Сейчас, подождите, я подожгу. Уходим. Holy fuck my life! А, ну нахер. Ну чё ты здесь? Да, go deathwish легко, потом пройдем. Я не знаю, как мы на deathwish будем проходить. Там, наверное, все сумки надо будет забирать, все 10, блядь. 117-25. Вы чё, вдвоём серые добежали? Угу. Ну да, я серый. А Катя не падала, да? Ну, я падал два раза, но... Да. Ну за это надо еще одну дрель дать. Сейчас тебе дадут как раз. Надо было за Хоксом 50 дрелей нам дать. Какое нахер ожидание, ответ чей пинут? Мне сейф дали. Краймфест 2 сейф. Блядь. О, от меня ответ пришел.
за базар ответил. По одному дают, представляете? Зеленый. Сейчас смотрите, у Флик развернется и Катя будет разворачиваться, не? Нет? Нет? Портал. О, найс. Отлично. А, этот? Да. Я открываю. И мне выпало... Синий лук. Лол, у меня два фиолетовых, и между ними синий какой-то револьвер. И пф, мне как раз он и выпал. А на Танатос, короче, вот мой скин стоит 20 рублей. Мне дали синий лук. Немного поношенный.